становится мальчиком. Да? Тихо, тихо! Слушаем о бригаде! В лоне которой родилось золотое яйцо, почитание наставницы людей и богов, величание той, которая рассекает своим серпом нити судеб, страстной и могучей, силе скрывающей от неготовых пути к высшему веданию. Ой, Черномати! Почитание прекрасной богини с волосами подобными пекельному пламени, величание черной владычицы, рождающей удовлетворение в постижении истинной сути всего сущего. Гой, Черномати! Гойма! Гойма! Всего с любовью и преданностью почитаем ту, которая владычествует смерти, уничтожает нищету и болезни, страх и препятствия на пути к самоосуществлению духа. Гой, Черномати! Гойма! Гойма! Поехали! Все, взяли скрепенько, мужи. Поехали. Я рила весь, я не бояли еси. Василий встанет, колом вас прими. Василий солнце златое. Так вот, готов. Разлети стрелы во все пределы. Прибуди Ярин, прибуди Славин, прибуди восстанет с нами. Ой, Ярила! Ой, Ярила! Огонь! Огонь! Огонь!